Здравствуйте, меня зовут Жанна, и сегодня я вам покажу, как я приготовлю суп с помощью книги о вкусной и здоровой пище. Суп картофельный со свежими грибами. Нам нужна будет картошка, лук, зелень и грибы свежие. Так, вот я приготовила. Здесь у нас грибы свежие, белые грибы, могут быть маслята. Вот так мы их красиво очищаем. Потом шапочку мы отделим. Можно сразу ее отделить таким вот образом. Ой, какие они скользкие. Так вот, и шапочку отделили. И разделяем. Только свеженькие из леса. Запах просто волшебный. Так, ну вот, грибы я уже очистила, они вот отсеклись, и теперь нам нужно их нарезать шляпочки. Какой шикарный вид! Я думаю, что так надо нарезать. Произвольненько и все. Да, свежие грибы не сравнить с замороженными или сухими грибами. Запах. Итак, у нас закипела вода горячая, и теперь мы эти грибы переливаем, вот так вот ошпариваем. Таким образом я ставим на друшлаке, чтобы они отеклись. Вот так. За это время, пока они нам отекаются, мы нарежем корешки грибов, ножки. Так. Вот, порубим их, так скажем, мелкому, по-мелкому. Вот так. И пока мы рубим, уже можем поставить сковороду для поджарки с маслом. Пускай разогревается. Теперь корешки грибов, которые ножки мы нарубили, опускаем в горячее масло сливочное и обжариваем их. Масло я не жалею. Так, и теперь, которые у нас ошпаренные грибы, они вот отеклись. И перекладываем в кастрюлю. И будем варить 40 минут. Пока у нас обжариваются ножки грибов и варятся шляпки, мы нарежем лук и тоже обжарим в масле. Это все надо отдельно делать. Так, у нас поджариваются ножки. И теперь берем лук и опускаем, обжариваем маслом. И не надо перестать.
чай такой золотистый сделаем. Еще надо маслица добавить. Когда лук пережарится, он дает неприятный вкус. И грибочки у нас уже подошли. Выключаем. Так, и положим. Так, прошло 40 минут, грибы сварились. Теперь мы выкладываем жареную морковку с луком и грибы, которые нам были обжарены. И добавляем картошку, нарезанную кубиками. Вот так вот. И все это еще будем варить 25 минут. Пока картошка будет готова. Вот так. Добавим соль, перец, лавровый лист. Не так много. Так, суп у нас готов. Какие ароматы? Попробуем, что мы тут наколдовали. Так, какой красивый. Сметанку. Так. И зеленушку. Здесь укроп, петрушка. Вот так вот. И приятного аппетита!